Небольшой перерыв на настоящую магию. В отличие от фокусников, которые умеют управлять вашим вниманием, Жунусали Сайдинов уверяет, что действительно может притягивать материальные предметы. В полуфинале нашего шоу «Человек-магнит». Конечно, возможности человека безграничны. Да. Говорят же, даже мы только свой мозг используем, да, на какие-то там 10-15%. Поэтому не этот человек удивляет. Люди с особыми талантами существуют, это факт, вот это надо признать. В аудишене он смог из этого своего таланта сделать шоу. На свои способности, биоэнергетические способности свои этот, не добавлял никогда фокусы. Когда я раньше участвовал, я тогда добавил американского фокусника Дэвида Копперфильда «Огненный смерч». Ну, после этого я обжегся, год лечился, 2 года восстанавливался. Это был моим самым ошибкой. После этого я не рискую с огнем. В моем арсенале есть опасные трюки. Я без троса, без веревки притягиваю при помощи биоэнергетики 1500 тонн автомобилей. В этом туре я буду поднимать железо, нагинать железо, сковородки буду нагинать. Рекорд буду ставить. Мировой рекорд сейчас 50 ложек в мировом рейтинге, а я постараюсь 55-60 притянуть с биоэнергетикой в теле. Для этого нужно вот энергию собирать, настраиваться по утрам, в форме быть всегда. Это шоу для меня испытание, как жизнь. Для меня это не самое главное. Узнаваемость, финанс. Я просто сам себя хочу испытать. Джунусали, ты своим талантом покорил. Это моя жена, Бермия. Не только мое сердце, но и всю Среднюю Азию. Мы гордимся тобой. Да это был вообще неожиданно, это был сюрприз для меня. Вы как волшебники, честно. Спасибо вам большое. Ты тоже талантлив и хочешь стать популярным? Тогда снимай видео в iTube. Набирай популярность и монетизируй творчество. iTube. Все свои. Смотри, снимай. А сейчас держите крепче смартфоны и все, что может примагнитить Жунусали Сайдинов. Время удивительных открытий в шоу Central Asia's Got Talent. Супер!
сейчас установил мировой рекорд в мире. 50 ложки сейчас держит. Я сейчас установил новый мировой рекорд. И это еще не все. Браво! Сейчас устанавливаем еще мировой рекорд в мире. Никто без троса, без веревки, никто 250 килограмм не тянул. Я сейчас без троса, без веревки, 250 килограмм с при помощи биоэнергетики я потяну. 250, наверное, маловато будет. Нурлан Аке, можно вас цену? Сколько килограмм весите? 115. Будет 315. Это мировой рекорд. Буду тянуть без веревки, без троса. Минусовой, плюсовой. Салам алейкум. Аплодисменты. Нурлан Байка, сіз белгілесіз бе? Да, сюда. Бер ақтылығы бар, бер ақ. Жоқ, бер асынады. Вот, вот, вот. У меня микрофоны отключаются. Можно чуть-чуть? Ага. Вот, минусовой, плюсовой энергетика. Аллах Акбар! Правильно говорит? Это дар не мой! Это дар Аллаха! Спасибо, Нурмаке! Мы установили сегодня мировой рекорд! Без троса, без веревки! Только биоэнергетическим энергией я притянул сейчас! Вообще-то должен был 250! Нурмаке, 115 выйдет! 365! Всем спасибо! Я всем дарю биоэнергетику, принимайте! Желаю любви! Не болейте! Всем спасибо! Просто удивительно, как вам это удается? Как вы готовитесь к выступлению? Нет, у меня это из детства. Когда я в школе мелом писал, мел пол не падал. Я уже лечу людей 25 лет. Да, вот это да, вот это талант. Жанус Али, скажите, а техника не выходит из строя, например, дома? От вашей Ну, я куда еду, всегда свет отключается. Нет, серьезно, я куда еду, трансформатор, если старый, он сразу отключается. Серьезно, я много раз такой был. И телефон я всегда в карман не лежу. Телефон тоже ломается. Как считаете, удалось вам убедить жюри на этот раз? Я не знаю. Сейчас узнаем. Уважаемые жюри, я слово хочу вам? Задать вопрос Нурлану Абдуллину. Нурике, очень важный момент. Глазами я это видел, но вы были близко. Да, я прям стоял. Вы же не чувствовали физического использования Нет. физической силы? Физически ты должен за что-то держаться. Да. А когда твои ладони на этом, и ты так вот тянешь... Это только деяние, это от Всевышнего. И берегите, пожалуйста. Спасибо. Спасибо вам огромное. Одним словом, спасибо. Используйте свой дар во благо. Спасибо всем. Серик, как вам выступление? Я думаю, что с момента наших прослушиваний, Жанус Али, спасибо вам большое, что вы вняли нашим просьбам и подготовили сегодня... Ну, как бы это сказать, что-то более зрелищное. Два рекорда. Тем более, целых два рекорда. Потому что все-таки мировых. Мы с вами знаем, что сейчас, в 21 веке, людей трудно чем-то удивить. Но я могу вживую засвидетельствовать, и я думаю, что Нурлан Абдуллин, да. Дорогие зрители, мы видели это собственными глазами. Что скажете, Тора? Жанус Али, когда недавно спросили у меня про вас, я сказала, что я не знаю, что дальше будет. Будет ли развитие? Я сейчас просто чистосердечно хочу извиниться перед вами за то, что я засомневалась в вас.
Я сегодня была шокирована, насколько вас любит Аллах, насколько Он одарил вас таким талантом, такой Спасибо. Энергетикой. Честно, я потеряла дар речи. Спасибо огромное за шоу. Удачи. Спасибо.